В новом сезоне навигации поездка на речном транспорте станет дороже. Стоимость внутригородского билета от речного вокзала до Толги и Вакарева увеличится почти на 10%. Официальный старт навигации в этом году намечен на 15 апреля. Повышение ждет и жителей Тутаева. Конечная цена за переправу 27 рублей. Ценник пополз вверх и для наземного транспорта. Стоимость поездки на пригородных маршрутках от Ярославля до Тутаева, Новых Чунцов, Кузьминского и Садов вырастает на 15 копеек за каждый километр пути. Аналогичная ситуация с ростом цен на пригородных маршрутках в Рыбинске.